Это 5 тысяч стоит стрижка. В общем, это Его денег. главное, голова у него лохматая и тело. Тут шея какая-то Он длинненький, видишь? худенькая. Но он у нас худенький. Нет, он ну, же не там, видимо, какой-то раскормленный. породистый. А у нас обычный Стрижу. Не породистый. Да, Он и это бегает. нормально. Тихонечко. Он совершенно нормальный. И главное, он не это, рыжий кот. Не кусачий, ничего. Он разрешает себя гладить иногда. Но иногда не разрешает. Но безобразно себя ведешь. Ну, иногда, Почему да. Писишь? А? Почему ты писишь? Это профилактический разговор. Почему писаешь? Он все понимает. У порога еще. У тебя туалета нет, что ли? Или как? Все, профилактические беседы. Мальчик. Он на Кирилла смотрит. Защити меня, хозяин. Мальчик, ты же взрослый. Так нет, потому что, чтобы не писал, надо кастрировать в раннем возрасте. А мы его поздно, уже привычку у него сформировали. Не оправдывает. Он умный, он все понимает, пошел отсюда. Тут меня ругают, не кормят. Я не ругаю.